Что я могу для вас сделать? Избегай. Порядочный человек говорит, а хам лезет в драку. Вы ведете себя как хам. Избегайте этого. Стой! Брат Яо, подожди. Парень, у тебя хорошие навыки. Мы нанимаем способных людей в Форт Летающий Дракон. Если ты будешь там работать, ты будешь пользоваться уважением. Это неверно. На моем пути сюда... Я только и слышал голоса недовольства. Все говорят, что люди из Форта Летающий Дракон приносят одно лишь зло. Я всего лишь бедный ученый, и не хочу связываться с негодяями. Ты не достоин такой чести. Преподайте ему урок. Именно поэтому у Форта Летающий Дракон плохая репутация. В атаку! Используешь против меня секретное оружие? Ты глупец! Ублюдок! Как ты посмел идти против нас? Тебе, наверное, надоело жить. Я сознательно иду против Форта Летающий Дракон. Возвращайтесь к брату Вану и передайте ему мое послание. Месяц назад вы похитили девушку из округа Цинк. Она невеста моего друга. Я обещал другу, что верну ее. Какая...